Землю. Прошло много столетий, появились люди. Люди со временем развивались, появились технологии. И тогда впервые на Земле появился интернет. Прошло время, и впервые в 2005 году появился YouTube. Он дал большую возможность для людей. И тогда во всем мире появились блогеры. Их число стремительно росло и не останавливалось. В скором времени блогеры разделились на две стороны, популярные и непопулярные. Но у всех у них было магическое число 100 подписчиков. 100 подписчиков живых, реальных людей, которые изо дня в день смотрели канал начинающих блогеров, и люди подписывались к ним, и число этих людей стремительно росло, пока не достигло этого магического числа 100 подписчиков. И наш канал Дуаш ничем не отличается от других блогеров. Мы смогли завоевать сердца наших подписчиков, которые нас смотрят. И мы хотим им сказать огромное слово благодарности и надеемся на то, что они нас не позабудут, а будут смотреть и наслаждаться нашими работами.